Всем привет! После небольшой паузы я вновь продолжаю снимать поселки Калининградской области, людей, которые здесь живут, и нахожусь сегодня в месте, которое называется Большое Село. Это Неманский район. Больше сотки километров я проехал, чтобы здесь сегодня оказаться. Я вообще ничего не знаю про этот поселок, даже в Википедию не заходил. Надеюсь, здесь живут люди, которые выйдут и пообщаются сегодня со мной. Это проект «Несити». Поехали! Ну, поселок раньше был здесь красивый. На наш вот этот поселок проклятие наложено. В самом поселке есть бар? Собаки ломали и били. Один напал на нас. Милицию вызывали. Ну, живем нормально, что? Жена работает, я не работаю. Опа, нифига себе. Это русский Иван, Змей Горыныч. Это самое главное развлечение – отбирать кепку у собак. Нет, ничего вообще. Ну как, или с голоду умирать, или в петлю сдались. Так что извини, дорогой, я после слова не хочу ничего больше сказать. Что вообще можно сказать про этот поселок, про Большое Село, чем здесь вообще занимаются? Медел. Скотоводство вот корову выгнал. Он большой вообще получается поселок? Ну как понимаю? Большой? Вот он весь и есть. Человек может 300. Так а вы, получается, здесь давно уже живете? Я с 80-го года. И что-то вообще поменялось в этом поселке за это время? Как бы все хуже становится? Хуже. Или... хуже. Раньше здесь совхоз был. Ну то есть людям здесь по факту сейчас нечем надо особо заниматься? Да. Вот Дом культуры. Его прошлый год сломали. Или позапрошлый год сломали. И новый не сделали? И новый не сделали. А молодежь здесь есть? Ну, есть. В основном она не работает. Здорово. Вот тоже держит скотину там. Так вот интересно, если вы так давно уже здесь живете, с 80-го года, почему город-то рядом, почему туда не поехали жить, почему здесь остались? Чем здесь нравится именно это место, Большое Село? Ну, знаете, чем нравится? Мы до этого жили на севере. Приехали с севера. У нас сына задавило здесь. Вот. На кладбище. Мы от него никуда не уезжаем. С кладбища. Так что держит нас. И мы уже старые, что? Ну, иной раз жена разозлится. Все, едем, покупаем в Нимане квартиру и будем жить там. Угу. Ну, тяжело. Второй этаж. Трех комнаты квартиры, вдвоем живем. Надо уголь, надо дрова и все домой тащить. Это здесь? Ну, да, газа нет здесь. Ну, площадку хорошо сделали. В субботу придут сюда. Тут так не шумно, вы, получается, рядом квартиры живете? Мне нравится, когда Мне нравится, когда дети шумят. Ну, вопрос, он будет такой банальный, но тем не менее, вы счастливы здесь? Ну, живем нормально, что? Жена работает, я не работаю, я вон со скотины, вон у меня скотина. Это ваша, да? Да вон те, а это соседа. Да, сосед. Вот. Тут не меряются коровами соседи? Типа у кого больше, у кого лучше? Не-не-не-не, нормально. Ну поселок раньше был здесь красивый. Вообще в этом месте нахожусь, если вы не против. Как здесь вообще, как здесь люди живут, что здесь вообще работы происходит? Работы нету, дороги плохие. Люди не живут, а выживают просто. Так а почему бы ехать тогда отсюда, если... Не, ну а куда? Где родился, там и сохранился. Что-то вообще происходит, какие-то мероприятия, какие-то праздники? Нет, ничего, вообще ничего нет. Ну, с того момента, как вы здесь родились, здесь все принципиально поменялось? Ну, да все. Был большой поселок, Ну, поменялось все в худшую сторону? Худшую, или... конечно, худшую. То есть вообще ничего не делается? Вообще ничего не делается. Вот площадку выбили, подписи собирали. Алиханов выделил денег, вот, поставил. Ну, вы улыбаетесь хотя бы, это уже хорошо. Да? Знаете, да, сложно найти людей, которые улыбаются. Ну, вот сейчас, вот такое время, когда вот осень, люди, где в основном, где искать людей? В бар. А, здесь есть бар? Да. В самом поселке есть бар? Да, ничего себе. Как он называется? Ну, да, у нас есть. Просто бар, все. Ну, я называю мутный глаз. Мутный глаз? Почему? Ну, зашел, да, слушал, мутный глаз. Все, и без денег, да? Ну да, еще и получить по зубам. Бывало, что там приходилось в этом мутном баре? И ломали, и били, подрезали там, как бы на перо сажали.
Ну это свои же или это типа не, из других не, поселков не, приезжают? Это я специально делаю заварушку такую, чтобы приехали с Немана. Люди приезжают и развлекаются. Просто как грушу имеют. Чуть не сломал ворота сейчас. О, сюда называется. Здравствуйте. Я понимаю, здравствуйте. Руслан. Да, просто народу вообще мало, поэтому тут каждый человек сейчас на вес золота. С кем пообщаться. Я понимаю, дорогой Руслан, я хочу сказать одно. У нас поселок очень хороший. И люди очень прекрасные. Но одно хочу сказать. На наш вот этот поселок проклятие наложено. А проклятие наложено, это значит, не хочет нас понимать. Не хочет понимать одно. Кто? Это у нас есть самовысшее начальство. Да. Это которое через Калининград и начинает Москва. Что вас здесь держит в этом большом селе? А меня держит только что. Я прожил уже сколько? С 75-го года здесь. Мы уезжали отсюда, а моя сказала, давай приедем. И все. Здравствуйте. Вот у меня друг. Руслан, очень приятно. Пришел. Иван Русский. Иван Русский. Это Русский Иван. Это я фамилию даже скажу. Змеев. Змей Горыныч. Меня называют. Так что извини, дорогой, я после слова не хочу ничего больше сказать. Там кто-то кого-то там убил, какие-то такие вещи были вообще здесь, какие-то истории? Да нет, навряд, нет. Спокойно чтобы здесь все? Спокойно. Убить кого-то там туда-сюда. Но некоторые, знаешь, все спокойно. Некоторые бывают, знаешь, с головой непорядки. Ну, такие люди здесь есть, да? Есть еще здесь люди такие? Ну, которые... молодежь. Работы нет. Работы нет. Пожрать нет. Ну как, или с голоду умирать, или в петлю вдались. У нас люди, как говорится, дружные. Вот если бы взять, подняться, а что у нас большое село осталось? Один, два и три дома. Все. Вы живете, да, здесь? Да. Мы яблоки уже натырили, яблок, да? Да, у меня. Так, покажи карман. Так, а вы в садик ходите, да, еще или как? Нет, мы уже в четвертом классе. Четвертый класс? Да. А, тут только четыре класса, да, типа, начальная школа? То есть вы тут вообще всех напрягаете, да, уже старшие самые? Да. Морды бьем. Так ты вообще хозяин, наверное, этой школы, нет? Нет. Морды бьете кому-то? Да. Да? Реально тут прям? Тут у нас много таких. Один напал на нас. На вас напал? Милицию вызывали. Вот, стадион. О, стадион нормальный. Это все школа. Сразу школу покажем. Что-то умеете делать на турниках? Да. Ну-ка давай покажем, прям, чтобы народ посмотрел, сказал, нифига там в большом селе живут пацаны. Ваня, яблоки сгружаем. Давай, опа. Нормально. Опа, нифига себе. Как называется трюк? Яйцекрутка. Как? Яйцекрутка. Яйцекруг? Да. Давай сделать яйцекруг. Нет? Видишь, он получается крутится. Смерть. Можешь? Сейчас не буду, у меня штаны скользкие. Нет, смерть не надо, пока рано. Да нет. А какие-то истории были какие-то смешные, какие-то прикольные? Что здесь вообще происходило в поселке необычного? Всегда, когда с бара идут, Тут все дерутся. Здесь за школой? Да. Ты что делаешь? Ну, он как услышал, что ты, короче, дерешься. Вот, короче, что самое смешное произошло, видишь? Теперь будешь всем рассказывать, что у меня собака кепку хотела отнять. Все, даст. Все. Ничего, нормально все теперь? Да. Что теперь надо? Смотри, сейчас опять схватит. Опять схватит. Что ты делаешь? Все, минус кепка. Давайте, пацаны, отбираем кепку у собаки. Это самое главное развлечение в поселке Большое Село. Отбирать кепку у собак. Давайте, пацаны, мы должны победить, все переживают уже за вас. Так она вернет, нет? Не знаю.
Ну что ж, дорогие друзья, это был выпуск из поселка Большое Село, Неманский район. Знаете, мне многие знакомые, особенно блогеры, говорят, надо в самом начале видео просить всех подписаться на твой канал. Но лично я считаю, что нужно как раз-таки напоминать об этом в конце, ведь если человек досмотрел до конца, возможно, ему это было интересно, и тогда есть надежда, что он нажмет на эту кнопочку. Поэтому подписывайтесь на мой канал, приглашайте в свои места, где вы живете, как, например, вот Большое Село. Я вообще не знал об этом реально поселке. Кто-то написал в комментариях, меня прикольнуло название, я не знал, что есть такое место в Калининградской области, приехал. Да, далеко, но тем не менее, здесь тоже живут люди, здесь тоже свой колорит. Все, это был проект «Несите», пока!